Сегодня мы продолжим говорить, как с наибольшей выгодой уйти в отпуск. Сразу отметим, что выгода для работника может заключаться как в увеличении дня отпуска, работник фактически будет больше отдыхать, так и в максимальной сумме отпускных выплат. Конечно, работнику хочется совместить оба фактора, и в каждом конкретном случае можно выбрать для себя оптимальный вариант. Важно, при планировании месяца отпуска работнику важно учитывать наличие премии или увеличение оклада и других выплат, пик которой приходился бы на период, включаемый в расчет среднего заработка. Однако премии рознь. Как мы уже отметили, выплата премии в связи с юбилейной датой и так далее не является частью системы оплаты труда, не будут учитываться в расчете среднего заработка. Разовые выплаты за выполнение работниками определенных производственных показателей учитываются в полном объеме. Поэтому работнику выгодно, чтобы такая единовременная выплата попала в расчетный период. Учет производственных премий имеет свои нюансы. Например, в расчетном периоде за один и тот же показатель работнику начислено 6 ежеквартальных премий. Работник полагает, что все премии войдут в расчет среднего заработка, ведь они попали в расчетный период. Но по правилам расчета отпускных включить в расчет среднего заработка можно не более 4 ежеквартальных премий за один и тот же показатель. А если работнику в расчетном периоде начислено за один и тот же показатель 14 ежеквартальных премий, то учесть в расчете среднего заработка можно только 12 премий. Какие взять в расчет премии, если их размер разный? Порядок включения премии в расчет среднего заработка: последнюю начисленную или больше по величине приписывается в локальном документе компании, либо устанавливается отдельным приказом руководителя компании. Поэтому работник должен поинтересоваться порядком начисления премий в своей компании. Особый порядок установлен для годовых премий, которые выплачиваются за предшествующий календарный год. Премия по итогам работы за год начисляется за предшествующее событие календарный год, учитывается независимо от времени их начисления. Итак, путем анализа отпускных расчетов можно сделать следующий вывод. Ежегодно оплачиваемый отпуск выгоднее планировать в месяце с наибольшим количеством рабочих дней, то есть с наименьшим количеством праздничных нерабочих дней. А такие месяцы, как январь, февраль, май, лучше отрабатывать полностью. Такой вывод верен в общем случае. Но не стоит забывать о влиянии таких факторов, как наличие в расчетном периоде больничных отпусков без сохранения заработной платы, премий, увеличение оклада работников. Отметим, с материальной точки зрения работнику выгоднее всего отдыхать в июле и в декабре 2020 года, поскольку в них больше всего рабочих дней – 23 рабочих дня. Если работнику не интересует материальная сторона вопроса, а хочется захватить как можно больше отпускных дней, то выгоднее всего брать отпуск в мае 2020 года, например, 6 мая 2020 года, а на период 2021 года – январь. Извлекаем выгоду при уходе в отпуск. Первое, выгоднее с материальной стороны использовать отпуск с наибольшим количеством рабочих дней и наоборот. При дроблении отпуска на части с учетом только рабочих дней отпускные дни удлиняются, но при этом доход работника уменьшается и наоборот. С использованием отпуска с максимальным количеством выходных дней, например, начиная с субботы, увеличивает размер отпускных выплат. Третье. Если в расчетном периоде работника были премиальные выплаты, то размер отпускных будет больше. Поэтому работнику выгоднее, чтобы большие премии попали в расчетный период. Как правило, при планировании отпуска работник учитывает цены на курортах в это время. В пик туристического сезона, а работнику выгодно по деньгам уходить в отпуск в июле, так как максимальное количество рабочих дней и цены на путевки будут выше. Подписывайтесь на наш канал, где вы можете найти массу полезной информации о кадрах. Будьте в курсе, будьте с Роско.